Юрий Григоренко. Так, ну и опять сочинцы успешно выбрасывают шайбу из своей зоны. Ну, соответственно, нет проброса. А вот здесь вот Масалев активно пошел. И отдал передачу в пятак. Где Шмелев свой момент реализовал? Наверное, Сорокин все же не ожидал, что Масалев отдаст передачу на открытого Сергея Шмелева так своевременно. Шмелева, он забил последнюю шайбу сочинцев в прошлом году, и он забил первую шайбу сочинцев в этом. Тогда это был победный гол в овертайме, а сейчас это гол в меньшинстве. Здорово он поддержал, да? Партнер увидел, что Масалев уехал за ворота бороться, и увидел, что у него там есть шансы.